Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. На какую тему сегодня будем общаться? Что будем обсуждать? Есть вот такие два слова интересные, которые мой мозг почему-то никак не хочет запоминать. Первое – это название страшного вулкана в Исландии, а второе – это вот место, где проходят сейчас Олимпийские игры. И сегодня пришла очень тревожная оттуда новость, которую я предлагаю, вот мы ее, так сказать, обсудим. И она как раз явилась темой нашего сегодняшнего обсуждения. А новость, она такая, уж очень такая откровенная, уж очень настойчивая. Там говорится, что случайно во время фигурного катания, вот этого самого танца, у одной прекрасной девушки из Франции случайно оголилось кое-что лишнее. И это кое-что лишнее, маленечко, как сказать-то, это все кое-что лишнее увидел весь белый свет. Но она, как говорится, продолжила выполнять номер, докатала программу, и после этого уже, как говорится, с хорошим настроением, а может не очень хорошим настроением, решила уже, как говорится, попрощаться с этой Олимпиадой и отдохнуть. Ну, в общем, сюжет-то о чем? Получается интересный момент. Решил я стать каким-то олимпийским чемпионом. Не знаю, по катанию может не получится, но хотя бы, например, по художественной гимнастике. И я, понимаешь, начинаю практиковать дома это все дело. Всякие растяжки, подъемы ног и так далее. Но, говорят, вроде дома это не так полезно, как на свежем воздухе. И поэтому я вот выхожу на свежий воздух, а так как я еще пока живу в таком многоэтажном доме, то, чтобы было удобнее это все делать, я выхожу перед домом и начинаю вот всякие вот эти вот сальто-мортали и тому подобные выкрутасы делать. Ножки начинаю поднимать, ручки поднимать. И, конечно, надо же надеться так, чтобы сильно организм не перегревался, как попроще. То есть, такой форма, в которой спал, в то и вышел. Так вот, я так начинаю задуматься, что, скорее всего, когда я это все буду проделывать, то добрые соседи позвонят куда надо, и потом меня либо вежливо со мной побеседуют и скажут, что я так больше не делаю, а могут и вообще закрыть на несколько суток за то, что я вот смущаю общественность и показываю такие аморальные, понимаешь, движения. Но почему-то так происходит, что если бы так получилось, звезды сошлись, и я каким-то образом попал бы на какие-то там Олимпийские игры, или там на какой-то там балет, например, и стал делать подобные движения там, то это бы люди назвали красиво, это очень гармонично, и это все хорошее и замечательно. И вот, чтобы со всем этим разобраться, у меня вот какие мысли возникли. Надо сначала почитать понятие, которое нам предлагают, что это такое вот, значит, красота, что такое эротика, что такое сексуальность, потому что сейчас они как-то... Ну, считают, что это одно и то же, в общем. То есть, где там что, где там ничто, непонятно. Так вот, соответственно, залез я в интернет и что там нашел. Вот есть такое слово «эротика». Происходит это слово якобы от «эроса», или, по-другому говоря, от бога такого любви, который по-другому назывался «купидон». Может, кто слышит такие названия. Дальше. От этого же дела происходит слово «эротичность». Это значит «интерес к половой жизни». Или возбуждение. Дальше. Есть еще такие понятия, как сексуальность. Это слово расшифровывается так. То, что привлекает вторую половину или противоположность твою. Дальше. Какие еще есть моменты? Есть понятие красоты. Нам объясняют так. Красота – это совокупность качеств, доставляющих наслаждение слуху и зрению. Есть еще там более жесткие слова, но мы их не будем касаться, хотя бы вот эти разберем. То есть в современное время происходит так, что часто идут подмены, и люди не могут понять, где одно, где другое. Вот интересно, что ты по этому поводу можешь высказать. А почему ты захотел какие-то еще слова добавить? Например, порно. Да, весело-задорно. Да, весело-задорно. Если мы стали говорить уже про эротику и поняли, что эротика – это взаимодействие и привлечение второй половинки, то в этом случае тогда уж давай говорить про сексуальность. Сексуальность – это уже конкретное привлечение с какими-то взаимодействиями физическими, плотскими. Ну, а тут уже и порно идет.
Да, на самом деле, вот когда перед тем, как записать передачу, мы начали разбираться, и оказался интересный момент. То есть, если тебе в кинофильме каком-то или в каком-то ролике показывают вот это вот взаимодействие противоположных половинок общим, так сказать, планом, то это считается эротикой. И вроде бы как бы более-менее это допустимое все это дело. Но если просто взяли и с помощью какого-то видеоредактора сделали определенные наезды на какие-то части вот тела, и тогда, ну, где вот, соответственно, больше вот все это дело происходит, то там уже будет считаться это дело, что это порнография. И уже это все дело запрещено. Но, опять же, вот я хочу вернуться к Олимпиаде с этим сложным для меня названием. Там что получается? Там, получается, показывают на весь мир, как катаются, значит, мужчина и женщина противоположных полов. У них происходит во время этого катания взаимодействие, что можно, как бы, вот, судя по этому, трактовать как сексуальность. При этом все это показывается как крупным планом, так и наезжая на конкретные части тел этих катающихся. Это, по сути, можно уже отнести к порнографии. Но нам это преподносится как красота. Вот твое мнение, почему так происходит? Ну, порнография, наверное, все-таки не относится, потому что там нету взаимодействия половых органов, которые крупным планом, как ты сказал, при помощи чего-то там наезжают и показывают. А с точки зрения эротики, да, есть, но поскольку эротика – это тождественность сексуальности, и сексуальность все-таки близка уже к порнографии, здесь вот тонкая очень грань, да? То есть если просто мелькнули обнаженные тела и половые органы были показаны, это считается эротика. Если происходит соитие, но не показывается то место, где соитие именно происходит, это тоже еще эротика. А вот если уже приблизить, это уже порнография. Вот если это просто было показано, ну так, мельком, это порнография считаться не может. Если прям камера туда установлена, и там весь процесс вхождения-выхождения показан, это порнография. Вот, поэтому здесь все-таки есть определенная тонкая грань. Здесь надо, наверное, нам немножечко про другое говорить. Я думаю, что если ты выйдешь позаниматься спортом, вот в шортах и в маечке, и будешь ноги задирать, ну, проходящие мимо тебя люди будут на тебя смотреть с восторгом и говорить, какой Михаил у нас спортсмен, как все он здорово умеет делать. Если ты на себя натягиваешь облегающие леггинсы, как это в балете происходит, и вот такой весь облегающий, вот с такими всеми обтягивающими местами, то кто-то уже скажет, что-то с Михаилом происходит не совсем так. Поэтому здесь есть определенные, наверное, якоря. Если это спортивные упражнения, то все будет нормально воспринято. Если это спортивные упражнения в определенной форме, если же это в леггинсах, где все обтянуто, то тут могу сказать, как-то Михаил, наверное, хочет что-то другое нам показать. Вот. А если, например, Михаил на сцене это все покажет, ему будут кричать все «бис-бис, какой ты молодец». Ну, например, выступают мужчины, у которых все обтянуто на сцене, прыгают балероны красиво, замечательно, здорово. Им все кричат «здорово, отлично, кидают цветы». А если то же самое, например, балерон выйдет на улицу и начнет ноги поднимать на остановке, ну, к примеру, нету студии, где он может позаниматься, да, и вот этого нету перекладинки, за которую он может подержаться. Вот он, например, придет и будет на остановке, а на остановке часто перекладинки есть, и вот он «батман тандзю», и прочее, там позиция номер один, позиция номер два, там до шестой позиции, он будет отрабатывать, поднимая ноги и так далее, то на него будут смотреть уже не совсем так однозначно, хотя будет понятно, что он балерон. А вот если, к примеру, выйдет балерина и начнет задирать ноги, то многие будут останавливаться на машинах, бибикать и кричать, ш-ш-ш, там или свистеть. Ого, там классно, появятся папарацци, которых сейчас... Где телефон, там и папарацци. И, в общем-то, будет очень большой интерес. А вот если выйдет девушка не в пачке, как белый лебедь, не в пуантах, перетянутой тесемочкой, не будет, если голова убрана там каким-то таким интересным украшением, и также начнет задирать ноги. Ну, к примеру, выходит девушка, красивая одета, красивая, пока это слово употребляем, в коротенькой юбочке, которая выше колен намного,
Дальше видны эротичные чулочки. Тут топик, скрывающий определенные места, которые не должны на Олимпиадах выпадать. И вот тут вдруг она начинает в каблучках задирать ногу на остановке. Точно так же, как балерина. Один к одному. Вообще, вот так же будет держаться за вот эту реечку и будет поднимать ноги. То тогда ее назовут шлюхой, проституткой, еще какие-нибудь там слова. И вполне возможно приедет наряд, который ее заберет для более близкого знакомства к себе в участок. И вполне возможно ей придется заплатить штраф, вполне возможно ей придется какое-то время там потратить. То есть форма отличается, движения одни и те же, но при этой форме это искусство, эстетика, это балерина, и ей надо аплодировать. Вот в этой форме она спортсменка, точно такие же движения идут, и ей надо аплодировать. А вот без формы это вызывающее поведение, это шлюха. Что там трусы, что здесь трусы. Что там красиво, что здесь красиво. Что там задирают ноги, что здесь. Причем одинаково совершенно. Носочек тянет, ножка ровненькая, наклон головки правильный, руки идут, все как должно быть. Но только вот тут без формы, и она в участке оказывается, а тут с формой, и она в участке не оказывается. Наверное, вот на это надо обострить внимание. Теперь дальше. Если же балерина захочет выступить в каком-нибудь вечернем клубе эротического направления, где есть определенная аппаратура, освещение, звук и шест, она будет показывать те же самые движения, что вот эта девушка, которая на улице показывала, и мужчины будут на нее очень и очень хорошо реагировать. Как ты думаешь, почему балерина в этом вечернем эротическом клубе наберет больше бонусов, чем просто девка с улицы, которая крутится вокруг шеста? Потому что она с детства занимается вот этим делом, держит свое тело в красивой форме, у нее отработана пластика, она умеет там вот правильно там направлять свой взгляд куда надо. Получается, с детства навязывание идет на уровне детей, что это красиво. Дети начинают этим заниматься. Ходят в какие-то там секции, соответственно, они занимаются этим домом, практикуют, чтобы повысить свое мастерство. Дальше они растут, в определенный момент они могут вот делать то, что, как мы с Алексеем пример, ну, обсудили, где-то на людях. И здесь получается интересный момент. Получается крючочки, за которые можно этого человека привлекать, что якобы он нарушает закон. Хотя, по сути, этот человек делает то же самое, что транслируется на огромное количество людей. Вот когда идут такие спортивные мероприятия или там показывают балет, например, это видят не соседи, там 5 или 10 соседей с твоего дома, где ты живешь, это реально видят тысячи, миллионы людей. И в этом случае, когда это видят миллионы людей, считается, что это норма. А когда надо в определенный момент человека прижучить, сказать: «Нет, иди сюда, так делать нельзя», то, соответственно, это уже пошло и аморально. Но по большому счету, получается, вот разбирая всю эту цепочку, из-за того, что идет неверное навязывание понятий о красоте, вот тут мы, кстати, в общем сказали, но, наверное, надо пояснить. Вот в моем понимании красота – это все-таки не по принципу, когда ты смотришь на какой-то объект, и тебе тут же хочется заниматься с ним вот этими взаимодействиями на уровне тел. Да, как бы красота может и это включать, но основной момент – это все-таки, когда у человека есть разные, называются, энергетические центры, по-разному при взаимодействии через эти энергии он по-разному взаимодействует с миром. Так вот, когда у тебя, получается, идет взаимодействие на уровне, когда у тебя открыто сердце, когда у тебя уже охота говорить, петь, творить, и плюс к этому подключается в этом состоянии и твой мозг, но не по принципу, что вот только вот это, вот только размножение, а как раз наоборот. А как сделать так, чтобы вот это состояние доброе, светлое не только у меня было, но и у окружающих? И часто вот это происходит, когда ты, например, наблюдаешь природу. В этом состоянии именно, говорят, душа нараспашку, душа поет. Бывает то же самое по отношению к любимому человеку. Ты смотришь,
ты наслаждаешься и внешним видом человека, и внутренним его содержанием. И тут получается у тебя действительно, ты готов с этим человеком, если у тебя семья, продолжать свой род. Тут как бы одно другое не отменяет. Мы не говорим, что вот красота это только вот значит только смотреть и все. Она включает все в себя, это целостная структура. А когда же получается вычленяется только одно, и в данном случае вот когда просматриваешь подобное представление, то часто у людей не мысли о красивом, а вот мысли о том, а что бы у них еще бы оторвало, чтобы уж совсем, как говорится, все было видно. Вот то есть еще раз пример, вот в новостях самая главная новость идет на миллионы людей транслируем, не что-то какое-то достижение в нашей стране, что-то изобрели светлое, а то, что у одной фигуристки, понимаешь, платье порвалось, и поэтому вот люди видят то, что и так видно, по сути, только под платьем, потому что настолько это все дело облегающе. И получается, подменив на начальном этапе это все нашим детям, они вырастают и становятся взрослыми, которые не понимают, а где красота, а где эротика, а где хорошо, а где плохо. А дальше получается, смотрите, еще какой момент. На вот этих олимпиадах выступают единицы. На центральных вот этих залах, где там балет, тоже самое единицы. А готовится огромное количество. Это как бы вбрасывается. И много-много маленьких девочек и мальчиков идут вот в такие подобные, значит, секции, подобные школы. Где там заниматься? А дальше из 100 человек один выбрался наверх, из 1000 еще выше поднялся, из там миллиона один известный на всю страну. А остальным что делать? А остальным вот приходится делать то, что Алексей упомянул. Искать, где бы им эти навыки применить, где бы им поработать с теми навыками, которые у них есть. И тогда действительно получается, сначала это какой-то клуб ночной, где она или он поднимает свои ноги, а потом может спуститься еще чуть пониже. Поэтому мое мнение, что вот эта хитрая подмена предназначена для того, чтобы разрушать наше общество с детских лет и приводить к кривде во взрослом поколении, а потом уже это взрослое дурманенное поколение, оно воспитывает детей по своим же шаблонам. И в итоге мы оказываемся там, где оказались. И где тут понять, где тут красота, а где эротика, становится очень сложно. Хотя, на самом деле, немножечко другой вопрос задавал, но ты развернул, интересно. Я хотел вот что сказать, так подводя мини-итог, под итог. Если выступает девушка в определенной униформе на каком-либо большом форуме или в театре, или на сцене, или там на спортивном каком-то, как это называется там, там, где прыгают, бегают, ну, на матах, ладно, на подиуме, то в этом случае, если и форма соответствует, и место, и звание, то все будет хорошо. Никто слова плохого не скажет, все будут восхищаться, кричать «браво» и так далее. Если те же самые девушки оденутся в другую форму и выйдут на эти же самые подиумы, ну, многие скажут «несовпадение формы, что-то не так». Если же эта девушка, эти девушки выйдут на улицу и будут как-то вот себя показывать в форме, ну, скажут, девушки, вы как-то место попутали. Все, я понимаю, что вы гимнастки, что вы балерины. Все хорошо, замечательно, вы место попутали. И могут уже начать возмущаться. Ежели без формы выйдут и начнут делать то же самое один к одному, то их начнут называть всякими пошлыми гадкими словами, указывая ваше место в каком-нибудь там интим-баре, в каком-нибудь там эротическом баре, в каком-нибудь там эротическом клубе. То есть форма определяет многое. Знание, значимость и известность тоже определяет многое. И место, где это все происходит, определяет многое. Но при этом же абсолютно ничего не изменилось. Эти же самые девушки, эти же самые движения все прекрасно делают. Но я тебе задал вопрос другой. Почему мужчины, к примеру, обращает внимание вот на этих девушек, которые выступают после, например, спортивной гимнастической школы или после балетной школы в каких-то там клубах, обращает больше внимания, нежели просто девушка, которая нигде не училась,
а просто пришла с улицы. Ну вот захотела она стать стриптизершей, к примеру, да? Она пришла и крутится вокруг этого самого шеста. На нее никто особо внимания не обращает. Ну, крутится и крутится. А когда приходит девушка подготовленная из спортивной школы гимнастической или из балета, она будет звездой этого стриптиза или порно или эротического клуба. Я тебе вот этот вопрос задал. Почему вот именно девушки с, казалось бы, классическим балетным и гимнастическим образованием будут иметь большую популярность в тех местах, где, ну, красоты очень мало, она под вопросом. Там больше эротики, порно, сексуальности и прочего. Потому что те варианты загибания и изгибания своих тел, которые они демонстрируют в балете и гимнастике, как говорится, мало какая из обычных женщин или девушек сможет повторить. Мне кажется, из-за этого. А почему именно эти движения в классической гимнастике художественной, в классических мы еще танцах с тобой не поговорили, да? Там же тоже это есть, мы еще танцы с тобой не затронули. Казалось бы, классика, танцы, спортивные танцы, художественные танцы, да? Там это все присутствует. И в балете, то есть балет, танцы, гимнастика, они сходятся. Почему именно эти позы отрабатываются? То есть правильно наклонить головку и в томный взгляд, отвести ручку как-то, прикрыть что-то якобы, да? Поднять ногу красиво. Дальше, если в паре с мужчиной, то наклониться именно так, чтобы половой орган раскрыт был, и он был на уровне полового органа мужчины. Почему в тех же самых танцах разрез очень глубокий на юбке, разрез очень глубокий на спине, и почему именно прогиб девушки важен, что вперед, что назад? Почему именно поднимание ног, обвивание тела мужчины? Почему на них делается акцент? Почему именно здесь отработка идет? Вот в народном танце, давайте теперь сравнивать, в народном танце такого нет. Взять народный русский танец, да и другие народные танцы. Возьмите танцы Кавказа, татарские танцы, украинские, белорусские, русские, славянские все вообще. Там такого нету. Это все присутствует где-нибудь там, где люди бегают голышом и где вот одежда у них сделана из пальмовых листьев. Вот это нормально, хорошо. Там можно потрясти чем-то, показать что-то и так далее. А у нас, у северных европейцев, это не принято. Никогда нормальная девушка, нормальная женщина в танце не будет ноги задирать. Никогда. Никогда она ногами не будет обвивать партнера. Никогда она не положит пяточку с правильно вытянутым носочком на плечо своего партнера. Никогда. Никогда партнер не поднимет ее так, чтобы она еще ножку задрала, и не прокрутит таким образом, чтобы все вокруг видели, что там у нее между ног. Никогда партнер не наклонит ее так, чтобы все увидели два ее высших образования. Никогда не будет имитация сексуальности. Никогда не будет даже намеков на это. Вот народные славянские северные танцы, они показывают нечто другое. А балет, танцы, художественная гимнастика, они настроены почему-то на другое. И вот если, к примеру, русская девушка с русским парнем в национальной одежде начнут танцевать где-нибудь около остановки и делать те движения, не которые им показали, когда девушка там крутится, юбка поднимается, или когда там ноги начинают забрасывать, как в каком-нибудь танце из борделя, канкан какой-нибудь там устраивать, то все сойдутся, будут фотографировать и восхищаться, говорит, какая красота! Какая красота! И эти папарацци не будут к ней под юбку залезать, чтобы там сфотографировать что-то или видео снять, как она крутится. Они будут снимать общие планы. Лицо, выражение глаз,
взаимодействие мужчины и женщины. Это будет красота. А вот если, неважно, в пачке от белого лебедя или в платье для ча-ча-ча, для румба там или чего-то еще, или в гимнастическом купальнике кто-то выйдет и будут задирать ноги с каким-нибудь там партнером или без него, то тогда папарацци будут снимать определенные интимные места. Почему? Почему классика, которой мы гордимся и которую везде показываем с широких голубых экранов по всему миру, вызывает желание у простого человека залезть под юбку, ну или снять интимное место, как в порно. В ожидании, сказал Михаил, а вдруг там чего лопнет, когда она ногу задирает? А вдруг там чего отскочит, когда она вытягивается? Почему такие желания вызывают классические танцы, классические гимнастические упражнения, художественные гимнастики или балет? С чем это связано? Как ты думаешь, чему вообще посвящен балет классический, посвящены вот эти танцы, посвящена гимнастика художественная? Мое мнение, это очень хитрая задумка. Помимо того, что оболвание идет детей и направляет их не туда, куда надо, у них реализация, по сути, загублена идет. И другой момент уже направлен на существующие семьи. И когда вот представляете, то есть вот пришел муж там с работы, там что-то он поделал, включает телевизор, или там жена, например, и там вот показывает вот такой вот балет с такими вот элементами. И после этого люди на это смотрят и скажут, нифига себе, так надо мне вот такую искать, потому что уж она и так может, и сяк может, а моя все-таки как-то попроще. И через такое взаимодействие, когда у людей направляют внимание на только вот на вот эту, на похоть, получается, где внимание, там твоя энергия уходит туда. Получается, ты думаешь про это, все, а дальше... Ты про это думаешь, мы с тобой разбирали интересные структуры, они называются эгрегоры, которые большинство как раз и работают по низменным вот этим хочушкам человека. А дальше уже можно туда подключать там какие-то страхи, там, то ё-моё, а я вот такой некрасивый или такая некрасивая, у меня вот не подходит мое это тело под шаблоны вот этой красоты, мне надо срочно изменять свое тело, а то мне счастья не видать. Тоже вот эти моменты. То есть люди тратят на это время потрачено на то, чтобы внутри семьи, если они есть, возникли раздоры. Если семьи нет, чтобы направить людей на то, что зачем вам создавать семью. Посмотрите, вы можете заниматься танцами вот с такими вот партнерами, можете заниматься балетом, можете гимнастикой. Видите, как они легко доступно все это делают. Не надо как это... Не надо ухаживать. Зачем? Видите, все нараспашку. Все готово для того, чтобы свои хочушки удовлетворять. При такой жизни, как сейчас, у нас идет вырождение. Нам надо, чтобы у нас были крепкие семьи, а это как раз целомудренность, это нравственность, это вот эти проявления любви, в том числе, как от которых появляются дети, только в те моменты, когда это надо. Ведь получается... Если ты тратишь не по назначению свою энергию, используешь не в те моменты, когда это надо, то, по сути, в те моменты, когда это тебе будет нужно, у тебя просто вот этого внутренней энергии может не хватить. Это тоже, я так понимаю, и на это направлено. Мы с тобой разбирали, как процесс происходит, когда вот, собственно, чтобы там сущности более светлые приходили. Но какие придут светлые сущности, если, например, посмотрев какой-то очередной балет, думает о какой-то там мужчина-балерине, а женщина о каком-то там балероне, или как там они называются, и пытаются в этот момент делать вид, что у них тут, соответственно, семья и любовь. Мое мнение, что вот так. Я думаю, что всегда необходимо смотреть в корень. Как говорил Козьма Прутков, зри в корень, и тогда тебе откроются причины происходящего. Вот если вас что-то не устраивает в обществе, смотрите в корень, зрите в корень, откуда эти корешки-то пришли, как все произошло. В частности, например, давайте разберемся с балетом. Где балет культивировался? И кто был во главе
этих вот самых культиваторов. Кто были те женщины, которые в этих балетных танцах выступали? И перед кем они выступали? Просто поинтересуйтесь. Поинтересуйтесь, где, когда произошел балет. Дальше разбирайте, что происходило. И вы будете удивлены, как же все просто. Балет – это некая такая обслуживающая, увеселительная структура, где женщины могли призывать к себе каких-то богатых людей при дворе. Герцогов, князей, баронов, королей. И вот перед ними они должны были выступать. И выступать так, чтобы на них обратили внимание. И вот эти все наклоны головы, томный взгляд, жесты руками, ножками, они идут оттуда. Это привлечение. Это возможность стать фавориткой. То есть не проституткой в один день, а долгосрочной проституткой, которая бы могла устроить свою жизнь. Только за счет того, что правильно ее научили вот этим всем движениям. Обратите внимание, во всех вот этих вот описаниях, как жили там гусары, какие-то знатные люди, что написано? Они всегда стремились куда попасть? Чтобы развеяться, они всегда стремились попасть в балет, чтобы посмотреть на этих девочек. Потом появилось кабаре, они, значит, стали ходить уже в кабаре, там еще более доступно все было. Ну, в конечном итоге, так или иначе, у богатых людей были балерины-любовницы, были девушки из кабаре, в трико которые, из цирка, те, которые эротично и сексуально умели что-либо показать, показать свои женские достоинства перед мужчинами. Вот где корни балета, вот где корни тех самых танцев, которые нам везде показывают, и как все здорово, как отлично говорят, наши заняли такое-то призовое место, показав свои отточенные движения в ча-ча-ча, в румба или там еще в чем-то. И вот то же самое здесь в художественной гимнастике, где практически обнаженные девушки, потому что то, что их прикрывает, нельзя назвать прикрытием. И так все понятно, что там. Они всему миру демонстрируют свои достопримечательности. И весь мир аплодирует, и еще страны между собой соревнуются, чья девочка лучше это покажет, лучше прогнется и так далее. А чтобы это было смотреть не скучно, туда добавлены различные упражнения с булавами, с мечом, с ленточкой. А чтобы это еще интереснее смотрелось, купальники все-таки такие интересные, красивые сделаны. А чтобы это еще более эротично смотрелось, коротенькие юбочки сделаны. Потому что если есть коротенькая юбочка, это акцентирует внимание мужчины на то место, которое у него будет оголяться под этой юбочкой. Вы что думаете, юбочка это что-то прикрывает там и просто так появилось? Нет, это как красная тряпочка для быка. Многие девочки даже об этом не задумываются. И даже те, кто учат этих девочек, они не задумываются. Они просто говорят, что так надо. Ничего не понимая, зачем эти юбочки, которые ничего не прикрывают. Так что надо смотреть, откуда все произошло, для того, чтобы понять, как мы здесь оказались. И еще раз, обращайте внимание на то, какие чувства пробуждаются у большинства людей. Если вы смотрите балет, поспрашивайте. Вот посадите, например, там 100 человек и покажите несколько видов балета. Современный балет, классический балет, какую-то смесь. И сделайте опрос. Спросите у женщин и мужчин, что они чувствуют. Только надо, чтобы они честно ответили. То же самое сделайте с танцами. То же самое сделайте с гимнастикой. И вы будете удивлены, что большинство людей воспринимают это именно так, что у них что-то задвигалось, возбудилось ниже пупка. Друзья мои, ну разве может искусство, которое возбуждает что-то ниже пупка, быть чем-то созидающим? Это дополнение только к чему-то, но не более того. А когда все мысли там, то в этом случае тогда
о чем можно говорить? О каком уровне сознания общества? Сейчас мне могут сказать, но как же так, Алексей? Ты говоришь про какое-то быдло, которое невоспитанное. Друзья мои, есть естество. Естество. Да, человека надо воспитывать. Но если естество человека говорит о том, что меня это возбуждает как мужчину или как женщину, и это ниже пупка, то ваше воспитание это будет ширма для прикрытия того, что есть на самом деле. Нас не интересует ширма, нас не интересует бутафория, декорация, нас интересует жизнь. То, что есть на самом деле, потому что мы видим, как это все страшно сейчас. И мы ищем способ выхода из этой ситуации. Так вот, уберите ширму, уберите вот эту бутафорию всю, уберите декорации и посмотрите, а что же там на самом деле. Воспитание, высокий уровень воспитания не обязательно проводить на чем-то низменном. Почему вам за основу не взять народные танцы? Обратите внимание, как это красиво, красиво, когда девушка выступает в паре с мужчиной, и там нет никакой похоти, там не возникает ощущения ниже пупка, там почему-то все поднимается вверх, там есть и эстетика, и красота, там есть намеки на взаимосвязь, но не более того. Эти намеки настолько безвинны, что диву даешься. А когда ты смотришь на задирающих ноги женщин, которые наклоняются перед половым органом мужчины, там все однозначно говорится. Когда женщина задирает ногу на плечо мужчине, там тоже все однозначно говорится. Это возьми меня, я открыта, я доступна. И она показывает другим о том, что вот так надо себя вести, вот так надо себя показывать, вот так надо мужчине что-то там предоставлять, чтобы он возбудился. Сейчас же могу услышать еще обвинение в свою сторону. Ну что ж ты нам предлагаешь одеться как монашкам? Что ж ты предлагаешь нам не развиваться? Многие женщины так говорят. Красавица, разве я сказал, что надо быть монашкой? Нет. Не перегибайте палочку. Не уводите только с точки зрения половых отношений. Не надо быть монашкой. Надо одеваться так, как требует этого обстановка и ситуация. Делать движения такие, которые подобают данной ситуации. Мало того, я ни в коей мере не хочу сказать, что сами упражнения, которые в балете находятся, они чем-то плохи. Эти упражнения в гимнастике, в танцах, в балете, они очень важны. Но с маленьким одним таким пояснением. Они важны для того, чтобы девочки стали гибкими, чтобы в момент, когда они соединялись с мужчиной, не было каких-то ограничений. Но это должен быть единственный мужчина, любящий и любимый мужчина. И вот только с ним вы можете делать вот эту всю самую камасутру. Только с ним, с единственным и любимым, ради продолжения рода. И вот тогда все ваши вот эти движения, поднимание ног, красивые прогибы, они будут к месту. И это будет и эротично, и сексуально, и красиво. И тогда мужчина будет в восторге от вас. Он ни на кого вас не променяет. И с точки зрения физиологии, и с точки зрения вашего подхода к нему. А если у вас еще вот тут что-то есть, и вы желаете продлевать его род, он вообще никогда вас не бросит. Первично это продление рода. Мужчина чувствует себя настоящим мужчиной, когда женщина хочет от него ребенка, когда женщина соответствует мужчине, вот тогда он становится мужчиной. А все остальное дополнение. Но эти дополнения важны. Опять же, важны когда? Только при интимной близости и индивидуально. А когда вы начинаете выносить на публику, вы все интимное, то, что должно быть скрыто, выносите туда, где этого не должно быть. Неужели балерина хочет привлечь себе миллион поклонников? Что она с этим миллионом мужчин будет делать? Ну подумайте сами, что? Все равно только одному достанется. Ну, может быть, десятку. Но миллион она не сможет обслужить при всем желании ее.
при всей этой похотливой, бурной деятельности не сможет, физиология не позволит. Зачем это делать? Для чего это все выносить на публику такой большой? Зачем из этого фитиш делать? Зачем вот этим гордиться? Это интимно. Теперь возвращаясь к красоте. Красота. Ну просто слово разберите, что это означает. Это ни в коей мере не означает половых каких-то влечений. Красота – это нечто большее, о чем говорил Михаил. Красота есть в природе. Красота есть в животных. Красота есть в действии. Да, красота тоже присутствует в эротике и в саитии. Но это только часть. Маленькая часть. Вот две песчинки соединяются, а вокруг пустыни, к примеру. Или эти две песчинки на берегу океана, вокруг океан. Вот представьте, что вы сделали, когда стали увлекаться только этим. Вы эти взаимодействия с этими двумя песчинками возвели во главу угла. Вместо того, чтобы сказать, как хорошо этим песчинкам, пускай трутся друг от друга. Красиво, замечательно, здорово. Опытные женщины, они помогут девочкам развить гибкость, развить какие-то умения, знания. И это важно, еще раз говорю, очень важно, но только это интимно, это внутри семьи. И такие раньше были занятия, когда девушкам рассказывалось, как себя правильно вести, не только с точки зрения убраться, прибраться и так далее, как кашу заварить, а как еще и своего мужчину ублажить, погладить его, приласкать. Это все очень важно. И тут нужна и гибкость, и умение, и плавность движений. И отточенность, здесь все это важно. Но не надо это выносить на публику перед всеми. А сейчас что мы имеем? Сейчас мы имеем следующее. Идет девочка, которая насмотрелась танцев, насмотрелась гимнастики, может быть, даже балет где-то видела. И она начинает копировать это все. Для нее это норма. Ну там же короткие юбки, значит, и мне можно короткую юбку. Ну там же не накрашены, и мне можно накраситься. Ну там же они ведут себя вызывающе, задирают ноги. Мне нужно ноги задрать-то, а в чем проблема-то? Вот в чем заключается беда нашей сегодняшней ситуации. У девочек отсутствует понятие красоты, сексуальности и эротики. Они не понимают, что это совершенно разные вещи, которые где-то могут объединяться, но они должны быть разнесены. И объединяться они должны в определенное место, о чем уже говорилось здесь. А девочкам показывают, это нормально. А для того, чтобы быть еще эмансипированной, им говорят, а ты себе веди вот так вот. Плюйся, кричи, дерись, доказывай. Меняй самцов направо и налево. Это норма, это хорошо. И получается, выходит такая в боевом раскрасе, в боевой одежде, проститутки. А потом, когда она повела себя хамски, вызывающе, в определенном месте, в каком-то кабаке или ресторане, или где-то там еще, в каком-то баре, или, не знаю, там, клубе вечернем, вдруг по всему телевизионному миру ее начинают показывать. Ее изнасиловали! Она не хотела, ее изнасиловали! Она была там без чувств, пьяна, под наркотой, и ее изнасиловали, и рассуждают... А можно ли насиловать вообще такую девочку, которая без чувств находится? Вопрос. А эта девочка как там оказалась? Почему она оказалась в этом борделе? Почему она оказалась пьяной в этом борделе? А что она до этого говорила? А как она возбуждала других людей? Это не берется во внимание? А потом этим мальчикам, которые уже не устояли перед ее похотью, перед ее вызыванием эротическим, сексуальным. Эти мальчикам дают по 3-2 года, они сидят. А это несчастные слезки льет, или там другая несчастная, таких уже куча огромных примеров. Как мне плохо, меня изнасиловали. И там в студии поднимается вопрос, а можно ли насиловать проститутку? Опа! И вот тут мы приехали. Можно ли насиловать проститутку? Во-первых, такой профессии проституции нет. И по идее в нормальном обществе она должна быть наказуема. Мало того, что наказуема, не должно быть вообще позывов к тому, чтобы в девушке, в голову,
пришло быть проституткой, мысль вообще быть проституткой. В нормальном обществе даже в голову женщинам это не придет. В нормальном обществе не будут создаваться условия для того, чтобы женщина стала проституткой. А у нас вроде бы раньше за проституцию так как-то наказывали, как и за мужеложство, за пидорастию. А сейчас это все разрешено. И хотя такой профессии проститутки нет, и хотя она порицаема, вроде бы, но проститутки везде навалом, огромное количество этих проституток. Едешь по трассе, стоят, смотришь телевизионный экран, их показывают, прям звезды такие. Тут везде, открой газету или открой интернет, везде, пожалуйста, 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 только приходи, только приходи, только плати деньги. Откуда этот набор-то взялся проституток? И это норма. И получается, что эту проститутку нельзя насиловать. То есть, что получается? Если мужчина проститутке заплатил деньги, он, по сути, закон нарушил, ведь проститутки как таковой профессии нет, это порицаемо. То есть, он совершил какой-то нравственный поступок, который не совсем хороший. Если он без денег взял эту женщину или обещал ей деньги и с ней произвел половой акт, но не заплатил, тогда он теперь нарушает закон, потому что якобы он должен был отдать ей деньги. Но, ребят, это же бордель какой-то. Это вообще что-то в голове не укладывающееся. Как такое может быть? Задумайтесь сами. Проститутка порицаема, но если мужчина ей заплатил деньги, он нарушает закон. Но если он не заплатил ей деньги, он опять нарушает закон, потому что он, получается, ее изнасиловал. То есть до момента вступления в половой акт все было хорошо, замечательно. Она его зазывала. Цигель-цигель, ай-лю-лю. А когда он сделал свое дело и пошел, он кричит: «Эй, а деньги-то, деньги, давай, да, эй, какие деньги, не знаю. Ах, ты не хочешь деньги? Ну, вы знаете, тут меня изнасиловали». И вот эти вопросы с телевизионных экранов, федеральных каналов поднимаются, они в студии звучат. Вы представляете, до какого ужаса мы докатились? Где мы оказались? В какой клоаке мы торчим? Вы скажете, а при чем здесь балет? При чем здесь художественная гимнастика? При чем здесь танцы? При чем здесь танцы с шестом? Или вот эти, где там попами двигают? И сколько сюжетов было, когда спорили, а танец ли это или не танец? Красивый он или некрасивый? Ну, становятся девочки, поворачиваются в зал задницами. И синхронно начинают попами трясти, ягодицами, прогибаться. Стоит в такую позу, где там вообще все разворачивается. Вот это, даже собачка, наверное, не дернется. Не то, что там мужчина. Это в школе показывают. И говорят, наши девочки подготовили танец. Как здорово, наши девочки танец подготовили. Как они красиво синхронно ягодицами двигали. Как они замечательно прогнулись. Как они по сцене прыгали, скакали. Это танец, это искусство. Ребята, это порно. Это вызывание похоти. Это должно караться в нормальном обществе по всей строгости. И тем, кто выпустил это на сцену, срок должен быть реальный за развращение молодежи. Да и вообще за развращение любых других людей. И тем, кто танцевал, нужно тоже указать на это, что вы развращением занимались. И тем, кто готовил танцы, это тоже нужно показать. Причем, опять же, я не против этих танцев. И пускай эти танцы будут, так же, как и балетные школы, и гимнастические школы, и школы танца, пускай они будут. Но это нельзя выносить на показ. И если вдруг у какой-то гимнастки во время вот такого широкого маха пахе разъедется ткань, и все там будет показано, у меня вопрос, скажите, пожалуйста, она должна будет танец продолжить и дальше задирать ноги или нет? Ну вот, Миш, ты давно молчишь, я тут говорю, да? Как ты думаешь, если у нее все там разойдется и все вот эти вот щелочки будут показаны, которые до этого были прикрыты тоненькой-тоненькой тканью, а до этого там все станет показано, она должна будет дальше поднимать ноги, крутиться, вертеться, подниматься, на шпагат садиться? Ну вот сегодня как раз комментарий этой фигуристки, у которой платье так случайно разъехалось. Она сказала, ну а что мне оставалось делать? Мне нужно было докатать программу до конца. То есть там уже получается не то, что отсутствует совесть какая-то или нравственность.
Там уже работают по принципу от робота. Сказали, выполни любой ценой. Неважно, что с тобой произойдет, хоть ты голым будешь танцевать, хоть не голым. И давай все-таки сейчас вот подытожим, чтобы народ нас послушает и что скажет. Блин, опять мы им там страшилок надавали и скажет, ну жизнь такая, чего делать? А делать на самом деле-то, ну, надо себя начинать. То есть, если родители смотрят это дело, а у них подрастают дети, то дети будут то же самое. Это, во-первых, будут задавать вопросы, что это такое, будут интересоваться, а потом вырастут вот такими же ценителями, в кавычках, ценителями вот этой вот, в кавычках, красоты. Если же мы сейчас будем прививать то, что Алексей говорит, наше, родное, наше творчество, вот сейчас появляются гусли, появляются вот эти инструменты вместо вот этих рок-гитар, например. Дальше вот эти именно хороводы, народные наши танцы. Эти танцы там и пластику они разовьют, и научатся двигаться там гармонично, ладно. И помимо этого, когда они их будут танцевать, это будет внутри вызывать как раз трепет души, стать лучше, красивее. Вот парню, когда он видит такую девушку, ему охота внутренне и внешне стать лучше. Потому что он будет говорить, ничего себе, вот какая она, какой я ее недостоин. Мне необходимо в себе много хороших качеств проявить. Вот если мы так будем двигаться, начиная с себя, меняя себя, да, мы прошли это время, трудно, ну, скажем так, проходим. Но у нас уже понимание больше, и мы видим, что нас сюда завели, но выход вот так. Делаем сначала сами, отказываясь план. Но опять же, не надо делать то, что когда люди убирают все, и типа вот, теперь у нас, для нас нету телевидения, мы теперь ходим все в паранже. Это крайность. Надо понимать, как говорится, то, что мы имеем вокруг. Вот этот мир. Но понимать и нашу цель. Не становиться вот теми, вот, которые сказали и делали. Неважно, голым или без. А наша задача и самому выйти. И наш род, а потом и весь наш народ вывести в это доброе, светлое будущее. И получается, своим примером мы будем учить своих детей. Окружение наше тоже будет интересоваться, как это у нас такая жизнь получается, что у нас семья большая, в семье достаток, любовь, счастье. Дети такие опрятные, аккуратные и танцуют такие красивые танцы. Мы им будем делиться. И постепенно эта ситуация будет меняться. То есть надо замещать плохое хорошим, а не отбрасывать все плохое. Нам же тоже наше тело сделали не для того, чтобы мы сидели на стуле с утра до вечера и смотрели, пялились там в какой-то экран компьютера или телевизора. Нас сделали тело, чтобы мы двигались этим телом, делали какие-то творческие процессы. Поэтому, да, действительно, Алексей сказал, и выгибаться надо. Но еще раз, всему есть свое время, есть свое место. В данном случае мы подняли эту тему, чтобы вы видели, что когда интимные процессы на всеобщее обозрение выставляются, они, во-первых, обесцениваются, а во-вторых, вместо пользы начинают разрушать. Так давайте вернем эти интимные процессы туда, где они должны быть, в сокровенное, внутрь семьи, и пусть они там работают на то, чтобы у нас было больше детей, они были счастливые, довольные и, как говорится, процветали и небесные рода, и земные. Мое мнение вот так. Ты уже упомянул, куда мысль, туда энергия, туда жизнь. Так вот, если вы хотите жизнь построить на том, что ниже пупка, то вы и получите вот то, что ниже пупка, со всем, что там выходит, со всем, что там происходит. Если вы хотите жизнь построить на уровне выше пупка, то тогда и будет у вас происходить то, что выше пупка. Если вы хотите быть гармоничным человеком, ладным человеком, тогда у вас будут все энергии совмещаться, все мысли будут у вас работать синхронно, в нужное время включаться, выключаться, все органы будут на месте, и тогда вы станете полноценным человечем, который создает тот мир, который необходим для продолжения его рода, который улучшает мир, который был когда-то создан нашими великомудрыми предками. Просто задумайтесь, вы что хотите?
Вот что вы хотите, то и необходимо ставить во главу угла, впереди, чтобы это был ваш ориентир, чтобы цели были понятны, доступны, и чтобы из них получалось добро. И еще. Сейчас очень модно стало такое слово «флешмоб». И было несколько проведено крупных флешмобов, якобы в русском стиле. Но когда я посмотрел, с одной стороны, у меня была радость, что все-таки русский стиль каким-то образом поднимает, вообще вот поднимается на весы, поднимается на наше мировоззрение для наших глаз, ушей и мозга. Но с другой стороны, я был очень сильно опечален. Потому что ни одной девушки не увидел, которая была бы в юбке. Ни одной девушки я не увидел в народном костюме. Да, звучали народные музыкальные какие-то обработки в народном стиле. Ну, современный такой, обработка современная. Да, вроде бы русские мелодии. Или композиторов русских мелодий. Но, с другой стороны, то, что там изображалось, это было как раз из серии классического русского танца. Вот такие движения. Вот так ручками поделали, вот так вот сделали, взмахи это. А потом вдруг из кабаре. Подъем ног, растопырка ног, приседание, движение попой, там движение грудью, плечом и так далее. Это то, что было привнесено. Вот это называется а-ля рюс. Балалайка, водка, матрешка. Вот так это называется. Прямого отношения к русскости, к славянству это не имеет. А раз так, вы получаете искаженный образ. Вы создаете искаженный образ. И этот искаженный образ впитывается в тех, кто вас посмотрел. Для них это становится нормой. И вместо того, чтобы дать истинное, то, что позволяет улучшить мир, вы даете под видом истинности ложность. Вы даете исковерканность, кривду. Задумайтесь об этом. Единственная женщина, которую я увидел в этом флешмобе, была в юбке, была полицейский, которая там приехала. Она вышла из машины и так тихонечко стояла и подтопывала. Но при этом она ноги не задирала. Потому что и статус не позволял, и форма не позволяла. Вот ограничение в юбке. Понимаете, да? То есть юбка сразу накладывает определенные ограничения, если она правильная юбка. И платье тоже, накладывает определенные ограничения. Но при этом она расширяет возможности. Я имею в виду юбка, и расширяет возможности платья. Многие об этом просто не догадываются. Так вот, понимайте, что вы делаете. Просто задумывайтесь о том, что вы делаете. Задумывайтесь о том, что вы видите. И тогда у вас все станет на места. Только в этом случае вы изменитесь сами. Вы дадите основы правильного воспитания своим детям. И тогда изменится мир к лучшему. Давай прощаться. Благодарю богам нашим светлым. Благодарю тебе, Алексей, за эту беседу. Благодарю тебя, Михаил, что поднял эту тему. Нашим радиослушателям передаю пламенный привет. Желание, хочу, чтобы у вас пробудилось желание правильно мыслить, осознавать то, что вокруг вас происходит, а не просто кивать на то, что вам подкладывают в тарелку. Вот подложили в тарелку вот эту вот. Вы киваете, да, хорошо, а есть невозможно. Подсунули вот это, вы киваете, да, хорошо, а есть невозможно. Включайте мозги. Смотрите, откуда все это произошло. И тогда станет понятно, с какой целью это к нам внедрялось. Открывайте то, что вам естественно. И тогда вы станете тем, кем должны быть. Напоминаю, с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Вять. До новых встреч, друзья мои. Пишите. Быть добрым. Увидимся и услышимся.